Осмотреть старинные усадьбы, пройтись по музейным залам, очутиться в церквях и храмах региона теперь можно, не выходя из дома. На геоинформационном портале geo.ulgov.ru с 2014 года был запущен уникальный проект «Виртуальные туры». Сетевые путешествия по области представляют собой 3D-панорамы, связанные точками перехода через интерактивные элементы. Мы начали создавать, ездить со съемочной группы, получается, по всему региону нашему. В итоге у нас получилось около 60 храмов на настоящий момент. После мы начали добавлять музеи, мы начали добавлять гостиницы, рестораны. В общем числе у нас около 100 проектов. Татьяна Гаранина – активный пользователь геопортала и заядлый сетевой путешественник. Ее любимые виртуальные туры, по признанию девушки, два старинных храма в Сенгилеевском районе, откуда она родом. Это на самом деле очень интересно, потому что не у всех есть возможность ездить в другие районы, потому что область у нас довольно большая, но мы можем заходить в виртуальные туры и смотреть, какие достопримечательности есть в нашей области. Мне кажется, это очень здорово. Осмотреть можно не только культурные объекты. На сайте существуют виртуальные туры по природным уголкам, ресторанам и гостиницам области. Тем, кто планирует выбрать заведение для проведения торжества или особой даты, в помощь geo.ulgov.ru. Вы сможете осмотреть заведение общепита, не выходя из дома, и даже выбрать ЗАГС для бракосочетания. Туристическая база пока заполнена не до конца, разработчики сейчас занимаются ее расширением. Нужно мнение жителей нашего региона, которые бы сказали, какую именно информацию, какие 3D-туры они хотели бы получить. Предложить свои идеи для виртуальных туров жители могут, подав заявку в Корпорацию развития интернет-технологий. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.